Скажем все вместе слава нашему Господу. По милости Господа мы еще раз собраны на этом месте и имеем возможность слушать Его Святое Слово, за что слава Ему. Совсем недавно, несколько недель назад, мне с группой молодежи из данной поместной церкви довелось быть в Мексике, потрудиться тому народу физически и также духовно. И благодарю вас за ваши молитвы. Мы видели там руку Божию. Господь благословил наше пребывание там, сохранил нас везде, где мы бывали, и благословил нас. И однажды, в один день, когда мы собрались, мы решили поехать в горы и провести евангелизацию для двух племен, которые живут далеко в горах, отдаль от населенного пункта. И когда мы поднимались в горы, то дорога была очень опасная, очень узкая, и крутые повороты, слишком резкие подъемы, спуски. И, конечно, было опасно, но все же, когда мы остановились и вышли из машин посмотреть на ту природу, на Божье творение, то оставалось лишь только возблагодарить Бога, как чудно все сотворено, как все каменистое, но в то же самое время все усеяно разными видами кактусов. Я еще никогда столько кактусов не видел, и просто оставалось возблагодарить Бога за все те чудеса, которые Он показывает нам каждый день. И когда мы продолжали путь дальше, в один момент дорога просто асфальтированная закончилась, и нам пришлось ехать по бездорожью, по камням, и была очень узкая дорога, две машины не разминутся, только каждых там 100 или 200 метров дорога немного расширялась, чтобы можно было пропустить встречную машину. И с одной стороны скала почти вертикальная в несколько сотен метров, а с другой стороны обрыв почти вертикальный, тоже в несколько сотен метров. Было опасно. Я ехал за рулем, и в один момент я взглянул на братьев, которые сидели сбоку и сзади меня, и говорю: «Братья, я не знаю, за что вы здесь, как вы здесь и сидите. У меня то хоть руль есть, за что подержаться». И у нас в менталитете человека, я разговаривал с другими людьми, и часто слышишь, что если движется машина возле какого-то обрыва, то человеку, который сидит сбоку, намного страшнее сидеть, чем человеку, который сидит за рулем. Тот человек, который сидит за рулем, он чувствует какой-то контроль, потому что он держится за руль. И у меня зародилась такая мысль, я уже ей делился в Мексике, и хочу с вами немного поделиться и порассуждать, что за что нам нужно держаться. Многие люди держатся за руль, потому что у них есть какой-то контроль, держатся за свою карьеру, за свою работу, за семью, за какое-то положение социальное. Но за что нас призывает Библия, чтобы мы держались? В Откровении нам говорится: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». А апостол Иуда, когда писал свое послание, в 3 стихе он говорит: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Мы видим, что Библия нас призывает держаться за веру, однажды преданную святым, за веру в Бога. И именно так поступали христиане, живущие в первоапостольскую церкви. Читая «Деяния святых апостолов», мы видим, что когда Дух Святой сошел на апостолов, то они с дерзновением, они шли, они держались за
за эту надежду, за эту веру в Бога, что они видели Иисуса Христа. Иисус Христос жил между ими, показывал им, как нужно свято жить. И в один момент он был предан на смерть иудеями и был умерщвлен через руки грешников. Но они видели, что Иисус Христос воскрес. И именно вера в живого Иисуса Христа, она дает человеку спасение, она дает человеку прощение его грехов. И какой был результат? Мы читаем, что апостол Петр вышел с 12, начал свидетельствовать, 5000 покаялось. Другой раз вышел, проповедовали, 3000 покаялось. Идут Петр и Иоанн, идут в храм в час молитвы 9. Хромой человек получил исцеление. Господь начал чудесно делать великие чудеса через жизнь этих людей, потому что они держались за эту веру в живого Бога. И в Деяния 5 глава с 14 стиха мы читаем: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». И пропускаем, читаем с 27 стиха эту главу. «Приведши же их, поставили в Синедрионе и спросили их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». И пропускаем, читаем 40 стиха. «Они послушались Его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли и из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удалось принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Мы видим, что Первая апостольская церковь, она держалась за эту веру в Иисуса Христа. И даже когда им пришлось пострадать за имя Иисуса Христа, то они радовались, что их обесчестили за имя Христа. И Господь их обильно благословлял. А как у нас на данный момент получается? Христиане, живущие в этой стране, да, и славяне, которые живут тоже в этой стране, мы видим, что ситуация меняется очень быстро. Совсем недавно еще многие люди, они свободно исповедовали имя Бога, но сейчас, когда спросишь у человека, еще у нас есть свобода, и когда спросишь у человека,
верит ли он в Бога? Да, он скажет, что верит в Бога. Но приоритеты поменялись. Люди начинают ставить что-то совсем второстепенное, держаться за что-то совсем второстепенное, за что они думают, что если они будут держаться, у них будет какой-то контроль. Они держатся за свою работу, за свою карьеру, держатся за семью, держатся за какое-то положение. Но, читая Священное Писание, мы видим, что нам нужно держаться. Держаться нужно веры в Бога, и Господь нас не оставит тогда. И да поможет нам Господь в этом. Всегда ставить правильные приоритеты в нашей жизни и полагаться на Его, и Он нас не оставит. А Ему за все пускай несется слава и честь. Аминь.